Всем привет, ребят! Меня зовут Даша Лайм, и у меня очень мало времени, чтобы вас заинтересовать. Но все-таки я надеюсь, что у меня это получится. Я начинающий видеоблогер. На своем канале я в основном выкладываю влоги и различные видео про свою жизнь. А также частенько провожу стримы. Поэтому я прошу вас зайти и подписаться на мой канал, ведь я очень стараюсь над каждым своим видео, и они выходят у меня довольно-таки часто. Но если вы все-таки подписались, то можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего ролика и стримы. Ну что ж, я надеюсь, что я сумела вас заинтересовать, и ссылочка на мой канал будет в описании. Ну а я желаю вам приятного просмотра данного видеоролика, и не забудьте поставить ему лайк. Привет, друзья, и до сих пор меня Саша не добавляет в друзья, поэтому... Продолжаем хайпить. Сегодня мы послушаем у нее один из самых популярных каверов — Егор Крид «Самого белого мотылька». Почти 1 000 000 просмотров как-никак, погнали. Знаете, я уже говорил вам, что это очень качественная съемка. Знаете, это очень... Вау. Когда я смотрел клип, да, оригинальный. Блин, теперь вообще непривычно. Говорит, что это классно, значит вообще ничего не говорить. Я вам говорю, что это вообще непривычно. Знаете, здесь она показывает свой голос, у нее есть... Как будто она ниже его... Или это она только есть, я просто не разбираюсь в музыке, честное слово. Как будто, знаете, характер... Показывает свой характер... Это получается? Знаете, когда слушаешь почти все песни, ну, знаете, в таком грустном контексте, да, и тут бац, и слушаешь Егора Крида, как будто новое дыхание, реально открываешь новое дыхание в Саше. А что сказать? Типа, восхитительно. Эй, если бы я был бы Сашей, я бы записывал каверы каждую, наверное, неделю, потому что, ну, это талант. Как бы тебе нужно записывать новое. Ты приобретешь такую славу, что сама в это не поверишь. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий. Также не забудь написать комментарий и поставить лайк под видео Саши, потому что такие видео встречаются раз в 1 000 000. Серьезно. Если ты впервые на моем канале, не забудь на него подписаться, мне будет дико приятно, это поможет мне в развитии моего канала. До следующего видео, пока!